Добрый день, дамы и господа. Адвокат Упоров, Екатеринбург. Вы идете с девушкой по улице, навстречу вам идет толпа пьяных подростков. На мой взгляд, что можно сделать? Первый вариант. Избежать встречи с толпой пьяных подростков, отступить в сторону, влево-вправо, зайти в магазин за угол. Тем самым избежать конфликта. Второй вариант. Коли конфликта избежать невозможно, то нужно собрать свою уверенность, физически подготовиться к борьбе с этой толпой отморозков и в случае необходимости экстренно применять те или иные меры для того, чтобы решить ваши вопросы. Есть и третий вариант. Если вы понимаете, что вас сейчас сомнут, то, на мой взгляд, нужно просто развернуться и убежать как можно быстрее. Применяйте ваши методы на ваше усмотрение. Спасибо, до свидания.